Стой, не переключайся. Ребят, у меня для вас крутая и важная новость. Очень многие из вас хотят попасть на наш турнир RFC на Рух и ощутить все эти эмоции вживую, посмотреть на всех этих ребят, которые дерутся в октагоне. Так вот, у меня для вас крутая новость. Пятеро из вас могут попасть на наш турнир Рух абсолютно бесплатно. Это будут самые лучшие места, VIP-билеты. Все, что вам нужно сделать, это перейти на мой Instagram-аккаунт в описании, подписаться на него и под последним моим постом оставить любой комментарий. Среди вас всех мы выберем пятерых ребят, которые посетят и будут VIP-гостями нашего турнира. Переходи, подписывайся и продолжай смотреть выпуск. Друзья, не забываем, конечно же, про нашего главного спонсора и партнера, спонсора всех этих красочных, ярких поединков и всего этого шоу. Это компания OneX. Самые высокие коэффициенты, максимальные выигрыши и моментальные выплаты. Ребята, переходите по ссылке в закрепленном комментарии, используйте промокод OneXRUH и получайте мега крутой бонус на свой первый депозит. Переходи, регистрируйся. Всем ассаламу алейкум, друзья. Приветствую вас всех на RFC Рух Fighting Чемпионшип. Со мной, как всегда, мой соведущий, мой коллега Василий Тахтай. И основатель RFC Рамазан Рамбердиев. Ребята, особая благодарность всей команде Рух и сегодняшней судейской коллегии, рефери, медицинской команде и также наши незаменимые комментаторы Исатай Мадиев. И Арман Абдрахманов. Ну а сегодняшний карт обещает быть крайне интересным, так как в главном бою встретятся два очень известных блогеров, которые один из них дрался у нас в предыдущем рухе. Вы его все знаете. Это Жолшыбеков Ахтылек, который выиграл физрука. И сегодня у него новый бой, новый вызов. Давайте не будем томить. Ну а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, за кого именно вы сегодня будете болеть. Для нас это очень важно. Ну и пригласим первую пару бойцов. Это боец по прозвищу Космос. Файзулаев Жамбыл Жантулы. Поприветствуем бойца. Встречайте его соперника, Шахин Сенем. Бойцы на середину. Синий угол. Бойцы, правила знаем, правила не нарушаем. Затылок, позвоночник не работаем. После команды стоп, прекращаем все действия. Пожали руки. По углам. Первый поединок сегодняшнего карда. Рук Файтинг Чемпионшип. Файзулаев Жамбыл Жантулы и Шахин Сенем. Первый поединок сегодняшнего вечера. Файзулаев базовый боксер с большим опытом в смешанных единоборствах. О, сразу же выбросил серию в первых секундах первого раунда. Стоп! Да, так в клинче пытается отыграться Файзулаев. Сенем у нас уже выступал, имеет опыт. Зарубается просто сейчас. Микро был момент. Отлично, отлично. Встречает передней рукой. Еще раз. Сенем. На выходе сейчас попытался поймать. И, кажется, уже есть небольшая сечка. Стоп. Что над левым глазом? Сейчас не совсем Да, это рассечение. Но, судя по всему, да. Сдалека работает Шахин. И довольно-таки удачно. Кстати, проваливает. Передней рукой. Сближение. Не можем поймать момент, да, рассмотреть именно травму Файзулаева, насколько она серьезная.
Есть такое ощущение, что это после столкновения голова. Что это было? Пропустил удар все-таки, Сен. Показалось, что это был ракурс не совсем удобный, показалось, что удар был в затылок. Можно стоит пересмотреть. Но, как минимум, нокдаун здесь у нас рефери отсчитал. Да, и все больше теперь в клинч лезет сам Шахин. В начале раунда клинчевал краски. Да, вот этот левый боковой, он прям ложится вовремя. Еще раз. На движение просто поймал в момент прыжка. Все готово ко второму раунду. Катман все-таки смог, хоть и небольшую, но сечку залатать, приостановить кровь. У Файзулаева. Да, и сразу же с дистанции Шахин пристреливается. Опять вот это вот. Короткий боковой слева. Да, передняя рука работает отлично. Сьенема. Сразу же после атак встречает он своего оппонента именно передней рукой. Чуть-чуть не хватает вот длины конечности, да, Шахина. Поэтому, наверное, он больше сближается, больше клинчует. И пытается вот именно с дистанции попадать. Заходить сразу же с этими ударами. Очень скользкий у нас канвас. Разрез прямой. Да, застаивается почему-то Файзулаев. На одну есть, согласен. Первый остается куда более подвижнее. Еще раз. Жеп, и отличный удар. Шахин. Сейчас попытается опять левую руку активировать. Вот это да! Вот это серия! Да, что-то не так. Голова отлетела буквально после правого прямого. Что-то не то с Файзулаевым. Не узнаю я его во втором раунде. Очень много заставил. Потрясен, до сих пор не восстановился после пропущенного удара. Да, есть такое ощущение, что не полностью он в себя пришел. После вот этой вот сумасшедшей комбинации. Еще одна комбинация и клинч. Пытается обрабатывать корпус. Опять левый боковой. Повторять, снова попадает удар. Сейчас. Вот это да, сдвоил, да, неожиданно это было для Файзулаева. Еще одна комбинация. Раунд, и второй раунд заканчивается. Раунд точно за Файзулаевым. Ну что, ждем третий раунд. Завершающий третий раунд. Опять с дистанции работает Шахин. Снова еще раз. Передней рукой. Дай его Сенема. Да, обыгрывают все-таки оппонента. Еще раз. Держится. Жамлужан Туле. Еще. Да, вот не нашел он противодействия, да, на этот удар. Из раза в раз пропускает. И обрати внимание, с какими наскоками, да, дистанцию разрывает Шахин Сенем. Да, это его стихия. Он залетает ударами сейчас снова. В разрез справа прям жесткий был. Просто не представляю, за счет чего держится Файзулаев. Но вот видно, что повело его. Да и в целом, даже сейчас очень тяжело ему стоять на ногах. Оу!
чем дальше, тем больше ударов, тяжелых, причем он начинает пропускать. Попытался опять повторить атаку Шахин. Не получается пока так, чтобы потрясти. Два раунда пропускал удары. Файзулаев и... Еще! Голова буквально снова чуть не покинула октагон у нас. Да, голова. После пропущенного удара. Так отлетело, казалось. Как держится? Казалось, что Файзулаев уже не станет. Ну, держит. Чего держится, вообще? Да. Я не понимаю до сих пор. Столько ударов пропустил. В этом бою единогласным решением судей победу одержал Шахин Сенем. Сенем, жеңіс құтты болсын. Уалейкум ассалам. Құрметті көрермендер, Сенем туралы бір маңызды зат айтып кетсем. Сенем біздің организацияда екінші бойын өткізді, екінші бойында ұтты. Сенің бірінші қарсыласың Ерасыл Ақырымбек болды. Өзің білетінде барлықтарыңыз көргенде Ерасыл Харунмен бой өткізді. Сол Харунда кішкене ғана енді жетпеді оған, ол бой ұтылды. Енді сен туралы айтқым келген, қазір осы дайындалған формаң бәрі жақсы, өзім көріп отырым, бойды әдемі өткіздің. Менің ойымша Харун Базиевпен шоуға сен өзің лайықтысың. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Көрдім Харун мен Ерасылдың бойын өте ұнады. Я, мен де ойлағам Харунға осы бойдан кейін вызов жасауға. Иншалла Қазақстан көрсетеді алды алды. Сосын қарантап оған ағаларымызға рахмет айтам. Заңғараға, Еркеш аға. Ассаламу алейкум. Рахмет ағалар. Абдулла, Ақан, Абай, сендерге ассаламу алейкум. Сосын айтайын, Әлібек, брат, Алла разы болсын, саған да рахмет. Рамазан, Харун, келесі Харунмен, иншалла, берсен. Мен ол бой туралы өз ойымды, пікірімді айтсам, жаңағы сенің Ерасылмен бойыңды қарағанда, және Ерасылмен Харунның бойын қарағанда, менің ойымша сенің техника жағынан, жаңағы соққы жағынан сенің кәдімгі басымды күшің бар. Оларға қарағанда. Сол үшін неге ол бойды жасамасқа менің ойымша. Харун, я надеюсь, ты посмотрел этот выпуск. И у нас есть очень хороший боец, хороший вызов. Я думаю, вы устроите красивую битву, красивый бой в этом октагоне в RFC Naruh Fighting Championship. Ал, сенім-сені жеңісімен құттықтаймын, сені міндетті түрде келесі турнирда көреміз. Ал енді осы бой өтті, негізі сен өте жақсы бой көрсеттің. Бірақ менің ойымша саған сәл жетпеді сол жаңағы. Иә, сенім жақтан жаңағы серия ударлар дейді ғой, мысалға тоқтамай жақсы ұрды. Енді осы бой туралы өзің не айта аласың? Ассаламу алейкум, қазақ елі. Дайындық жетпеді деп айта аламын шамалы. Маған сеніп отқан жандарға кешірім сұраймын енді. Шамал дайындық жетпей қалды. Ренжімеңіздер. Мен ойымша саған ешкім ешқалай ренжі алмайды. Өткен сен жақсы бой көрсеттің. Сені де міндетті түрде RFC-да күтеміз. Жақсылап дайындалып келіп, жақсы бой көрсетесің деген сенем. Ну что, уважаемые зрители, наши гости, я думаю, карагандинские боксеры по праву всегда доказывают, что карагандинский бокс – это один из самых лучших боксов в Казахстане. Я думаю, никто в этом не сомневается. Также хочу поздравить Сенема. Я думаю, он готов к новым вызовам, к серьезным соперникам из СНГ и всего поп-ММА. Я уверен, он покажет настоящий зрелищный бой и отстоит казахский дух. Ну а мы переходим к нашему следующему бою, и хотелось бы пригласить в октагон первого участника. Это Хамитов Ринат.
Встречайте его соперника по прозвищу Албан, Орман Мади. Бойцы на середину. Бойцы, правила знаем. Правила не нарушайте. Затылок, позвоночник не работаем. После команды стоп, прекращаем все действия. Руки пожали. По углам. Второй поединок сегодняшнего карда. Хамитов Ринат и Орман Мади. 74 килограмма весит Ринат. 75 Мади. Первый раунд. Супер легкий, да? Вес, если говорить про ММА. Ууу! Точно, вот это комбинация! Ты слышал два этих щелчка? Интересное начало. От Рената. Кто бы мог подумать, что... Еще раз попытался повторить. Урман Мади хочет, конечно же, вернуть должок. Но вот ввязывается в его игру, комбинацию. Принимает его стойку, обрати внимание, и также занижается. Пытается копировать его стойку, его уровень. Но, возможно, ему стоит как раз-таки что-то против представить. Внимательно следить за тем, что сейчас будет делать Ринат. По всей видимости, еще одна взрывная комбинация. Да, очень жесткое у нас было начало. По сути, первых два удара, да, сразу достигли цели. Отвечает Орман Мади сейчас правым оверхендом настиг своего оппонента. Попытался опять сконтрить. Орман. Старается работать вторым номером Орман Мади. Но пока что успеха ему эта стратегия приносит крайне мало. Теперь Орман отвечает. Пропустил. Немножко болтануло Ринат. Смотри, что делает в это время Ринат. Пытается. И первый раунд закончился. Второй раунд. С удара в корпус попытался начать Ринат. Мади в это время выжидает. Пытается контрить. Еще одна комбинация. Через руку справа. Попал очень жестко. Идентично, кстати, как в первом раунде было. Ну, вот эти открытые ладони, вытянутые пальцы вперед, немножко напрягают, если честно. Очень часто именно из-за этого бойцы попадают в глаза оппонента пальцем в момент атак. Поэтому, возможно, стоит быть чуть осторожнее. Очень хорошо на контрдействиях отработал Орман Мади. Да. Выцеливает. Орман, ну а Ринат пока сбавляет обороты. Попытались зарубиться, но вот пока дистанции нет подходящей. Все удары по воздуху от Рината. Да, уже в такую рубку просто превращается поединок.
именно с такими размашистыми ударами. Чуть более техничнее, как минимум, пытается работать Орман. Выжидает, заставляет вот, атаковать и пытается именно отработать на контрдействиях. Клинч. Попал Ринар. У бойцов царит прям спокойствие, никакой паники, все с чувством, с толком, с расстановкой. Тренера очень так аккуратно все объясняет, что делать дальше. Хамитов Ринат, Орман Мади, и у нас третий раунд. Ну, я понимаю примерно, что делает Ринат и как должен дальше работать, а вот что должен делать сейчас Орман Мади, затем, конечно же, понимаю. Учитывая тот факт, что два раунда, на мой взгляд, он видел не очень хорошо. Кстати, уже не первый эпизод, вот, связанный с вон тем вот углом октагона, кстати. На котором подскальзывается уже не единожды. Попадает сейчас в свои комбинации Ринат. Корпус и отвечает сразу же оверхенда. Есть еще время. Контри джеб. Орман Мади. Опять удары в корпус. Да, попытался опять сконтрить, провалил атаку очень грамотно Мади, но Ринат, извиняюсь, но вот контрдействие не последовало. И опять провалил на движении, да, отзащитился как минимум, но вот контрдействие не последовало. Попадает уже здесь Орман Мади. Обостряет больше именно атак, конечно же, Ринат. На контратаке здорово работает. Концовку сейчас активизировались оба. Взрываются, пытаются. Последние 10 секунд отработать. На полную и все. Поединок завершен. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боец из синего угла Орман Мади по прозвищу Албан. Жеңіс құтты болсын. Өте әдемі мықты бой көрсеттіңдер. Енді өзің сөз айтсаң. Рахмет. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Рахмет осы бүгін бауырларым қолдап келгелі. Бұл бой енді Аллахтың қалауымен, бірінші Алланың қалауымен жеңіске жетіп отырық. Бой жақсы болды. Соперникіме рахмет. Бой ойдағыдай болды. Сол бауырларыма рахмет, организацияға рахмет, осылай бой ұйымдастырып беріп, жақсы-жақсы балаларға осылай мүмкіндік сыйлап отқандарыңызға. Сол дұрыс дайындалмадым енді бұл жарысқа. Келесі бойларға бұйыртса, Алла қаласа, жақсы настроймен, жақсы формамен келеміз. Сол, рахмет. Жеңіс құтты болсын, міндетті түрде көтеміз. Бірақ бойды басынан қарағанда мен ойладым, осы бой бірінші раундта бітіп қалуы мүмкін деп. Бірінші раундтан бастап, үшінші раундқа дейін сендердің темптарың бір болған сияқты болды маған. Тоқтамастан нағыз қазақша атыр-пұтыр төбелес болды. Сені міндетті түрде келесі турнирда күтеміз. Жеңіс құтты болсын. Тағы да айта кетсем, бой өте қызықты болды. Енді өзің айтсаң, не себеп болды? Кейбір жерлерде, может, саған жаңағы
дайындық жетіспеді ма? Ассаламу алейкум, қазақ елі, баршаларыңа ассаламу алейкум. Енді қасында болған бауырлар біледі, коллегалар. Енді тренировкаға дайындалу возможность болмады, шыны керек. Мына рингқа мен бірінші рет шығып тұрмын. Үш жыл болды спаррингісі мен. Енді оправдание емес, да? Как говорил один великий воец, кто не падает, то не встает, дейді. Сол сияқты иншалла болашақта одан да керемет бой көрсеміз. Алан қалымен. Аллаху акбар. Сені де міндетті түрде рухта күтеміз. Бүгін өте қызықты, мықты бой болды. Салам алейкум. Ну и, конечно же, после таких красочных поединков, ярких и жестких, не забываем про нашего главного спонсора и партнера, компания OneX. Самые высокие коэффициенты, максимальные выигрыши и моментальные выплаты, широкий спектр линий и событий. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, используй наш промокод OneXRUH и получи крутой бонус на свой первый депозит. Переходи и регистрируйся. Настало время главного боя, который мы очень сильно ждали, так как пресс-конференция была действительно очень жаркой, так как там был и Шапалах от Ахтлека, который на конференции остался без ответа, но он пообещал то, что докажет внутри октагона, что ничего не остается без ответа. Мне очень интересно, держит он так же хорошо удары, как и Шапалаки? Да, было сказано много слов и в адрес Ахтлека, и в адрес Вайпнота. Ребята, думаю, вы все знаете про наш сегодняшний главный бой, а если быть точнее, про их участников, это ребята очень популярные в интернете. Вайпнот — это тиктокер с аудиторией 1,5 миллиона подписчиков. А Ахтлек, я думаю, не нуждается в представлении, так как он показывал мощный бой с физруком в этой же клетке. Давайте не будем долго тянуть, томить и начнем наш финальный бой и пригласим нашего первого участника, бойца, который прилетел с Астаны специально для этого боя. Это Вайпнот. Всем ассаламу алейкум, меня зовут Вайпнот, казах елім. Мое имя знают в Казахстане, я популяризировал казахский язык через ТикТок. Блогер, 1,2 миллиона подписчиков. Вот. Самая главная цель сейчас — выйти на бой, провести его нормально, с кайфом, кайфануть самому. Дальше, если все хорошо пойдет, наведем шума, брат. Я знаю, что это первый поп-ММА промоушен в Казахстане. Приглашаю звезд медийных, поэтому круто, что так развивается. Я сам хотел здесь выступить, и я здесь. По идее, первый раз слышу, кто это. Ахтлек. Ну, я запомнил имя Ахтлек, а вообще, ну, не знаю, кто это. Посмотрим, что он себя представляет в бою. Так-то тоже простое дамы место. Предсказание на бой, но точно из нас кто-то упадет. Я постараюсь сделать так, чтобы упал он. Хоть он на 10 килограмм и тяжелее, но мы не таких роняли. Самое главное, запомните мое имя. Минный сын Джатабаундер. Скоро вы будете слышать его везде. Вайпнот. Поприветствуем Вайпнот в октагоне. Встречайте его оппонента, любимчик местной публики. Жолшыбеков Ахтлек. Есімім Ахтлек Жолшыбек. Өзім Тараздан болам. 97-ші жылғымын. Немен айналысқанда, сол инстаграм жүргіземіз, блогерство кішігірім. Өмір бойы немен айналысқанда, өзім Тараздамын, өзім саудамен айналыстым. 2 жылдай саудамен мен жалықтым уже. Істегім кемет, сауда жасағым кемет. Мен Кореяға кеттім, інім Алматыға кетті, Кореяда жұмыс істедім. Көбісі ойлайды, оқуға барды деп Кореяда. Мен ол кезде ол жақта жұмыс істедім. Жұмыстары оңай емес негізі. Стройкада, поляда, заводтарда, неше түрлі сондықтарда жүресің. Қиын жұмыстар. Ойлайды да, бәрі блогерлер ақшасы көп. Или жағдайы жақсы, ақшаны оңай табады, жақсы жерлерде жүреді деп. Негізі бұған келудің өзде оңай емес. Қанша жыл ана жұмысты істеп, мына жұмысты істеп келесің да, әйтеуір бір жолыңды таптық деп айтсақ болады. Блогерлер өз жолын тапты да. Өмірдегі еңді
басты мақсатымыз семья құру, сол семьяны асырау, отбасымыз үшін жұмыс істеу, о негізі ата-анамыздың жағдайын жасау дегенде, сол үшін жүріп қой бәріміз. Спорт жақтан шыққанда жетістіктер жоқ негізі. Мектеп кезде бір 3-4 жыл ма бір барып, бір бармай андай еркін күреспен айналысқам. Қазір енді міне 2 ай болды, енді бокспен айналысып жүрім. Шыққандай ондай жетістіктер жоқ, андай Рупайтинг деген организацияға блогер іздеп жатыр деді, шығасың ба деді. Мен сразу иә шығам деп келісе салдым. Сонымен ол организаторларға жазды. Мені көрсетті, аккаунтымды жіберді, сонымен организаторлар сол жақтан сразу звондады. Келістік, гонорар уже 2-3 күннен кейін мен конференцияда оттым ғой. Қазір көрермендер негізі сырттан ғана эфирде болған жағдайды ғана көреді. Маған келген соперниктер ол жерде мені эмоцияға шығарғысы келеді да, и сонымен мен өзімді ұстай алмай қалатын жағдайлар болады десем болады. Негізі өмірде спокойный адаммын ғой, ешкімге артық ойым жоқ. Соперникті негізі алдында вообще көрмеген едім. White Note деген жігіт екен. White Note. Ол негізі өмірде былайынан біз конференция біткен соң біз барып тамақ ішіп сөйлесіп мен кешірім сұрадым, енді осындай жағдай болды дегенде ренжіме, бір шетінен өзің мен ұрғаным қате болса оның үйтіп тисуге керек емес еді. Сондай негізі өмірде жақсы адам ақ көңіл. Енді ана жерде білмеймін, басқаша ұстады. Негізі конференцияда ол өз өзін басқаша ұстады да, ал біз тамақ ішіп сөйлесіп отқанда ол вообще басқа адам, өте ақ көңіл. Мен анау конференция біткен соң сразу барып, брат ренжімеші, енді өз өзімді ұстай алмай қалдым дегендей қылып кешірім сұрадым, қолын алып нормально түсінемін ғой деді ол да. Оқырмандарға айтарым, негізі сіздер көп нәрсе жазып жатсыздар, көп хейт жазып жатсыздар, иә сіздер только мынау сіздер көргенді ғана сыртта не болатқанын білмейсіздер. Соны дұрыс түсінулеріңіз керек та сіздер. Ең бастысы дұрыс түсінулеріңіз сұраймын. Өзіміздің қазақтың жігіттері енді ұтып жатқан соң бір жерде болмаса дәрежеге жетіп жатқанда әйтеуір кішкентай жетістік болса да қолдап жүргендеріңізді сұраймын. Внутри октагона Жол Шубеков, Ахтлек. Бойцы на середину. Синий угол. Центр. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Затылок, позвоночник, столб не бьем. После команды стоп, прекращаем все действия. Пожали руки. По углам. Главное событие вечера. White Note против Ахтылека. Очередная битва блогеров. Бои между блогерами. Убедительная просьба. На камеры не снимаем. В рамках RUH Fighting Championship. У Ахтылека уже есть опыт выступления. White Note пока еще не показывал себя в клетке. Но держится он не так уж уверенно. Даже действия какие-то хаотичные у него. Но вот Ахтылек пошел вперед, но пропускает первый же удар. Очень нестандартная техника оппонента. White Note. Ахтылек. Попадание есть. Что и это? По всей видимости, нокдаун это? Нет, это способ защиты, видишь? Рефери вмешался, все, можно дальше продолжить. Опа, аккуратней. Да, немножко так опасненько работает White Note. Опять закрывается. Коленями нельзя бить. Чуть-чуть приподнял ногу здесь Ахтылек. Да, Ахтылек уже выступал против физрука, игрались они по правилам ММА. Здесь же облегченные для него правила. Да, и чувствуется, да, сразу, что он уже знает, что такое октагон, очень уверенно в нем держится. Чего не скажешь оппонента. Очень низко голову опускает White Note. И сейчас вот включил такой активный велосипед. Активный велосипед.
Да это не активный велосипед, это пассивный велосипед. Атлет, по всей видимости, хочет закончить бой досрочно и готов это сделать. Неужели все? Нет, рефери открывает счет. Но удар один, удар точно был. Корпус очень хороший. Слишком много времени, кажется. Готов ли продолжать? Вайп-ноту сейчас дал рефери. Боец красного угла. Второй раунд. Отворачивается, постоянно отводит взгляд в сторону, даже в момент своих же атак. Вайп-нот. И рефери все-таки щадит его, очень много времени он ему дает на восстановление. Серия. Что это было? Еще раз открывает. Интересно, здесь действует правило трех нокдаунов? Ну, я думаю, что здесь должны секунданты вайп-нота вмешаться, либо уже выкинуть полотенце, либо уже сказать рефери, что мы продолжать не будем, потому что я абсолютно не вижу, что вайп-нот хочет, чтобы этот бой продолжался далее. Да, все. Но сражался до конца. Справедливости ради стоит отметить, но, как ты и говорил, абсолютно не готов к этому поединку оказался вайп-нот. В этом бою техническим нокаутом во втором раунде остановка рефери. Победу одержал боец из синего угла Жолшубеков Актлек. Актлек, женіңіз құтты болсын. Екеуің пресс-конференцияға қатысқанда өте қызықты пресс-конференция болды. Сол кезде неше түрлі сөздерде айтылды. Октагонда бәрін көрсетем деді вайп-нот саған. Енді октагонда бүгін бой болды. Сен өз жұмысыңды жасадың, жақсы бой көрсеттің, жеңіске жеттің, сені құттықтаймын. Енді сенде де айтар сөз бар ау деймін, осы енді блогерлар арасында шығып жүрген Ақтілек бар, Мапоқ сияқты жігіттер бар. Олар нағыз мықты жігіттер деп айталам оларды. Октагонға шығуға әр адамның жүрегі бармайды негізінде. Сол үшін жеңіс құтты болсын. Енді өзіңнің келесі қандай бір соперникпен шыққың келеді, соны айтсаң. Ассаламу алейкум баршаңызға. Соперник жайлы не айтам? Бұл шыққанның өзі негізі бір жеңіс. Бұл бала өзі кішігірім айттым ғой түрі нежный деп. Красавчик, родной. Мен негізі ең бірінші Алла дейді ғой енді, бірақ ата-анамыз Алла, одан кейін Рамазанға рахмет айтқым келіп тұр. Неге? Бәрімізге осындай мүмкіндік беріп отыр да. Қазақстанда бұл бірінші рет болған соң көп боксерларға, спортсмендерге үлкен мүмкіндік өз-өзін көрсетуге. Содан кейін бүгін бірінші бойымда Дарханға рахмет айттым. Соған келінім Дари ренжіп отыр да, мен айтпайсың дейді. Бүгін келінім қолдап келіп отыр. Тағы не айтайын? Інім, семьям, баршаңызға рахмет. Даридің әскі, иә. Келесі бойда енді маған разница жоқ, кімді берет. Ең бастысы бұл жерде өзім көрсету ғой. Чекті төлесе ақшамызды, чек ең бастысы сол емес па? Бәріміз сол үшін жүрік. Сол, рахмет. Жігіттер, бәріміз білеміз, бұл спорт шоу. Бұл жерде жаңағы поп-мада ең популярный сөз ол чек деген сөз ғой енді қазір. Біздің де жігіттер жақсы үйреніп алған екен ол сөзді. Енді менің ойымша чекпен біз ешкімді ренжітіп жатқан жоқпыз. Шыны керек. Ақтілек, бүгін осындай сені қолдап келген Дари, жаңағы Дархан,
Сендерге де рахмет, үстіп қолдап, ақ тілекті бастауын. Қасында әрқашан бірге жүресің ғой енді. Әр бойына келіп қолдап жүргеніңе саған да рахмет. Енді өзің жаңа кезде айтып қалдың, сенде енді бойға шығамын деп. Вот это момент десейші. Енді ол да алыста емес деп ойлаймын. Келіссек, жақсы бой болады сенде де. Бізде осал емес, бізде жақын. Жоқ, оны көріп тұрмын мен. Саған ешқандай сомнение жоқ. Бірақ ақ тілекке табиғат кішкене көбірек күш берген сияқты. Сол үшін сендерді жеңістермен құттықтаймын. Тағы да алдыда қызықты бойлар болады деген үміттемін. Сол үшін жеңіс құтты болсын. Что я могу сказать про этого парня, Вайпнут? Если честно, я был очень удивлен, когда увидел в анкете твои данные, то, что ты отправил заявку. Я очень часто натыкался в ТикТоке, в Инстаграме на твои видео. Ты действительно очень популярный блогер. Я никогда просто не подумал бы, что тебе вот это надо. Вот если ты объяснишь вот причину основную, то есть есть ребята, которые выходят за популярность, которые дерутся за это, есть кто дерется за деньги, но ты и популярен, я думаю, и с ТикТока ты хорошо зарабатываешь, поэтому в чем был основной смысл этого? И хочу подметить то, что для этого действительно нужна храбрость, чтобы выйти в октагон, чтобы выйти на бой и не соскочить. Всем салам алейкум. Что я могу сказать? Ну, я дома сидел, у меня, короче, настроения не было, и я хотел подраться, я написал Аблаю, матчмейкеру. Говорю, есть кто-нибудь, хочу подраться. И он говорит, все, прилетаешь через неделю, дерешься. Блин, мне хотелось проверить, буду ли я себя здесь чувствовать комфортно, как это вообще, мое, не мое. Короче, некомфортно было вообще. Но мне понравилось, мне хотелось узнать, вот, когда меня бьют, какие у меня будут ощущения. И он меня бил, ощущения, ну, нормальные. Интересные, по идее. Просто я дыхалка очень слабая, я уже задохнулся, я устал. А так интересно, нужно больше практики просто, чтобы я не так уклонялся, как я делал. Нужно больше практики. Мне понравилось, только нужно подготовиться уже. На самом деле, Вайпнут, я поздравляю тебя с тем, что ты вышел в октагон, что ты показал такой интересный бой, свою какую-то технику, да, свои старания. Нет, это не то, чтобы смеяться, ты делал то, что ты мог, да. Ты вышел, и это самое главное. Но я думаю, есть те ребята, тиктокеры, кто в Инстаграме блогеры, с которым даже можно было бы сделать тебе еще один бой, но при твоей хорошей подготовке и, конечно же, через определенное время. Согласен полностью, да. Всем здоровья, удачи. Спасибо. Что, ребята? Я думаю, сегодняшний выпуск никого не огорчил. Я думаю, были очень интересные зрелищные бои. Конечно же, поздравляем Ах Тлека, он идет на хорошей победной серии. Я думаю, впереди него ждут очень интересные поединки с медийными бойцами, блогерами. Ребята, не забывайте подписываться на канал, это очень важно для нас, так как просмотры мы делаем очень хорошие, но о подписке вы жалеете. Поэтому не забывайте нажимать на колокольчик, подписываться на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какой бой больше всего вам понравился и какой бой вы ждете в следующих турнирах. До скорых встреч!